Всем привет, с вами Алекс и сайт RMPC.bet. В этом видео хотелось бы запустить The Hunter Call of the Wild на супер слабом ПК. Игра только что вышла, вот 5 дней назад. Это симулятор охотника, достаточно-таки интересный, расслабляющий, крутой, пока без оптимизона. Но давайте смотреть, что будет на супер слабом ПК. Итак, минималки у игры. Так, секундочку. Windows 7 64 бита и выше, Proz i3 4170. Ну, хотя бы двухъядерного, видимо, хватает. 4 оперативки, видеокарта. А вот видеокарта здесь нужна серьезная для минималок. 660 или 7870. Но я уже запускал на 550 Ti. И неплохо, в общем-то, работала игра. Но давайте смотреть, что будет здесь. На суперслабом ПК, значит, Proz MDFX6 300, 6-ядерный, но 4 ядра отключил, чтобы двухъядерный Proz был, 2 оперативки только, ну 4, 2 заблокировал, чтобы 2 только было доступно, 10 гиг файл подкачки и видеокарта GT630, не игровая, офисная, игровые GTX, GeForce подписываются, офисная слабенькая видеокарта. Так, значит, вот она здесь... 630-ка, на ней сейчас запускаю. Уже вроде бы запускал на 550 Ti. Смотрите, ссылки будут в конце на экране. Это чтобы вы ориентировались. Хотя в минималках указана видеокарта минимум 660-ка или 7870. Смотрите, насколько слабее 630-ка. Данная табличка будет по ссылке в описании. Настройка слабого ПК для игр. Это чтобы вы ориентировались. Также не забывайте, что еще в описании будет статейка, полный список запусков игр на супер слабом и слабом ПК. То есть заходите для удобства, кликаете на любую игру и переходите, здесь будет полный список видео. Но еще пока не все добавил в процессе. Давайте все отрубаю, захожу в игру. Так, ну что я в игре, график все на супер низкое. Все на супер низкое обязательно ставьте. И в общем-то можно пробовать запускать, секундочку. Да, к сожалению, не будет мониторинга, но здесь, как видим, все очень-очень сильно упирается в видеокарту. Даже двухъядерного процессора игре, в общем, достаточно. Напомню, что здесь двухъядерный процессор, два оперативки, 630-я слабенькая офисная карта, не игровая. Но в то же время The Hunter запускается, FPS можете видеть, 17-16 FPS, и по большому счету норм. Ну, если на слабеньких ноутах, то, по крайней мере, The Hunter сможете запустить, немножко походить. Но учитывая, это, там еще есть ниже разрешение, то есть это 1024x768, а есть и 800x600, 1640x480, то есть маленькие ноуты, ну, то есть то без проблем. Ну, в смысле, маленькие экраны, то можно и даже пониже разрешение поставить. Поэтому, по большому счету, да, там кто-то есть, кто-то уже кричит. Так, поманить. Поэтому, блин, я думал, очень запуститься на 630-й. Завтра этот новый, светорой-ка. Но, как видите, все работает. Вот под зайца немножко, ну все, уже отвисло. Так, к сожалению, никто не будет, потому что здесь он что-то не проходит слева вверху. Ну, у меня что, практически, смотрите, если у вас два оперативки, то всегда добавляйте файл откачки. Мне же, на примере игр, тоже в Watch Dogs, или вот сейчас в Hitman в новом я затестил. Даже если слабенький ПК или ноут, старайтесь, чтобы оперативки все это больше, потому что зачастую тормозит еще фризы, начинается фриз за то, что файл подкачки очень медленный. Но если нет возможности, конечно, докупить оперативки, то фиг сниже, тогда просто ставь файл подкачки, если мало оперативки, игра запустится. То есть все запустилось, вполне можно поиграть даже на таком слабеньком ПК, как вот этот. То есть поиграть в оперативке 630-я слабенькая офисная карта. Да, единственное, вот я не дам этой ссылочке, там сравнение мобильных видеокарт, ноутбучных и компьютерных, да, вы ориентировались. Ну да ладно, это по большому счету работает, поэтому можно пробовать запускать на слабых ПК и ноутах The Hunter. Так, ну то давайте пару раз выстрелим, может быть, в кого-то нечаянно попаду, блин, надеюсь, тут нету больше людей него. Так, вот такие вот дела по The Hunter, это, да, пусть интересен еще и тем, что вот разработчики на этой неделе обещали немножко оптимизм править, и, ну, соответственно, когда они выкатят какие-то патчи, я скачаю, ну, уже битые, и там же посмотрим. Так, там где-то кто-то укорекал. Я посмотрю, насколько Амизон улучшился, насколько ПП поднялся. До этого уже запускал на слабом ПК и на среднем ПК, ссылки у вас будут в конце на экране. Все, в общем-то, такие дела, The Hunter вполне запускается, вполне себе 15 FPS, кажется, это супер мало в играх. Но здесь что-то неспешный такой геймплей, супер динамичный, можно спокойно ходить, кого-то выслеживать, выманивать, все дела. Все, в общем, на этом все, не забывайте смотреть нутки, потом все вступать в группу ВК, можете предлагать игры, тратить аккаунты, что-то спрашивать, рекомендовать и так далее. Также не забывайте, что будет ссылка на полный список запусков на супер слабом ПК. Я вам выполняю, скоро весь заполню. Все, в общем-то, на этом все, с вами Алекс и сайт RMPC.bet. СПЗ-пастор. Да, кстати, пересмотрел немножко видео только что. Да, у меня там очень смешно голос прерывается, там ускорен. Это все потому, что слабенький проц и запись видео вместе с игрой не давали голосу нормально, то есть записываться. Поэтому не задавайте супер-мега вопросов. Ну, самое главное, что я показал, что игра запускается на супер-слабеньком проце. И вот основной смысл. Вот почему там такие помехи со звуком. Переделывать не буду, смысл какой, потому что вроде и так нормально все понятно. Все, на этом все, спасибо за просмотр.